4 сентября наша съемочная группа прибыла в район Хамдания-4. Поступали противоречивые данные о взятии артиллерийского училища, которое является ключевым объектом для перекрытия единственной артерии снабжения боевиков с юга Алеппо в его восточные районы. Боевики обстреливали из минометов расположение наступающих частей. На передовую нас не пускали. Мы уже собирались уходить, как громом среди ясного неба прозвучала весть об успехах правительственных сил. Сегодня у бойцов Сирийской арабской армии праздник. Буквально 20 минут назад стало известно о том, что дорога снабжения боевиков на юге перерезана. Наступающие части соединились и взяли кольцо. Сейчас мы попробуем отправиться на занятые позиции и показать вам все своими глазами. По этой простреливаемой слева и справа дороге раньше наша группа выдвигалась на передовую только на БМП. Рух! Первым из командиров на передовую прибыл генерал подразделения Лива Аль-Кудс Мухаммад Саид. Лива Аль-Кудс сыграли решающую роль в боях за артиллерийское и авиационное училище. Заметив развивающийся сирийский флаг, террористы, будто в отместку, нанесли удар ПТУРам из района Амрия, откуда ранее вели огонь по бронетехнике. Нас закрыло сожженное ими БМП, благодаря чему мы уцелели. Эти ПТУРы были захвачены боевиками в большом количестве на территории училища вооружений. Где? Только что мина, да, прилетела? Уходи вглубь помещения, уходи, не стой здесь. Дальше пойдем. Я Кирилл. Кирилл! Перебежку снял? Блять. Вовремя, блять. Хорошо, что ушли оттуда. Дай после. Дай мне, блять. Еще одна мина. Я Мухайдар. Там друзья, а в этой стороне район 1070. Там еще остались боевики.
Мы находимся в авиационном училище. Вчера ночью началась атака, и сегодня к вечеру мы вошли в район Рамуси. С другой стороны, подразделения «Тигры» атаковали школу вооружений, а прямо перед нами артиллерийская академия. Сегодня террористы потеряли много своих бойцов, а те, кто остались, отступили в Рамуси. Нормально все? Тамам? Вам. Надо сказать спасибо Богу. Мы так долго ждали этот день. Сирийская армия — настоящие герои. Сегодня к вечеру мы заняли все три училища. Весь Алеппо благодарит Бога и сирийских воинов за сегодняшнюю победу. Прямо сейчас сирийская армия и Лива Аль-Кудс осматривают все дома на территории училищ. К сожалению, пройти по всем освобожденным сегодня зданиям нам не удается. Отправимся туда завтра на рассвете. Сегодня здесь было довольно опасно. Прямо при нас прилетел в тур в БМП. Обкладывали минами, кое-где стреляют снайперы. Надеюсь, что завтра ситуация выправится и будет более безопасно. Заходи. Эшхаде! Все, бойцы уже закрепляются. Несут, да. Несут еду, пищу, боеприпасы. Рамуси, Алеппо. На камере не так хорошо видно. Ура! Дедам! Надыки, Сурия! Ура!